Между тем, в Ноябрьске уже определили дату открытия купального сезона. Купаться официально горожанам разрешат 15 июня. Об этом говорили на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайной ситуации в администрации города. По словам начальника управления ЖКХ, транспорта, энергетики и связи Дмитрия Шмакова, перед открытием сезона дно озера Светлое снова очистят от мусора, установят буйки и выделят детские зоны для купания. Кроме того, на озере организуют работу спасательной станции и дежурство бригады скорой помощи. Добавлю, пляжи на Светлом будут действовать до 18 августа.